Я хочу в Сирусема. Да какой нахуй Сирусем, тут такой экшен. Тут гомосеки какие-то бегают. У меня какая-то испортила впечатление все. Сначала прикольно были супергерои, а сейчас какая-то гомосня пошла. Ты понимаешь? Так. Ты чё сейчас пиздатая миссия, ты чё? Сейчас такой экшен будет. Можно было это. Можно было бы в GTA 5 погамать. Так там нельзя проходить. Ну и ладно, по онлайну. Не интересно. Банки там ограблять. Ты чё? Прикольно. Ты знаешь, как прикольно ограбление делать? Ты где? Тут? Вот, видишь? Где я? Это что, нейросистема какая-то, что ли? Это в теле какого-то человека больного. Понятно. Это которые чипсы каждый день хавал, короче. Давай. У него такая как помойка в животе. Вообще в организме. Какая-то сложная миссия вообще. Как же ее выполнить? Блин, да тут экшон, мне тут скучно, блядь, понимаешь? Тут нету хардкора никакого. Вот хардкор, ебаный, да. Да нам чуть-чуть осталось, подойти, ты чё? Говню, вот Series M прикольный. Там тоже, ну, как бы бывает лёгкий миссия, но там зато это выглядит эпично всё. А здесь что-то какая-то, ну, красиво выглядит, да, как бы. Прикольно, знаешь, такие эффекты всякие. Разнообразие тоже есть какое-то. Ну блин, почему-то скучно. О, не знаю. Кстати, может быть, Макс завтра поедет. Сможет поехать на место. Просто у меня сегодня какие-то дела были. То без машин-то как-то фигово будет, на самом деле. Давай, стреляй в крышку. Смотри, сейчас будут это эффекты, как в Marvel, нахуй. Да не понял. Такого ты никогда не видел, нахуй. Вообще, где? Даже в Adobe Illustrator такого не было, нахуй. Смотри, хуякс. Увидел его. Какой Adobe Illustrator, ты говоришь, что ты вообще похуй. Какая жизнь, нахуй. Поп хистат. Это прикольно. Нет, кстати, прикольный интервью. Бонус. У них денег не хватило на эту. Бонус минус 25. Они сделали вот так вот. Они эти деньги на Брайхуана потратили, походу. Судя по миссии.
всему этому еще контент в целом.